Но здесь уже важно дисциплинированно вернуться в защиту. Хэнлон тоже не из тех игроков, кто бежит с шашками наголо, но вот здесь для него проходит. Затягивается это так ЦСКА. Курбанов. Передача на периметр. Хэнлон. Хорошая точка для броска. Ну, Халтурин хоть и большой, но Джикири на его фоне все равно видно, что выше, чуть мощнее, ну и, конечно, опытнее Хэнлон. А еще играть практически половину матча. Остапкович возвращает мяч Хэнлону. Оливье забивает. Духи то могут замахнуться и на сотню. Оливье Хэнлон со средней дистанции через руки Платунова. Хэнлон на Джикири. Пермяки порой прибегают к сдваиванию. Хэнлон проявить. Ну и вот смотри, Оливье Хэнлон буквально заводит этот мотор армейских атак. Никита Курбанов в контакт. Тот же Тони Джикири хотел начать это владение. Хэнлон через руки оппонента. Интересно, что вот с другой стороны Платунов реализует хорошо сегодня именно дальние броски. Хэнлон, еще одна попытка и снова мяч.